В этом видео мы будем превращаться в мобов, которых съедим. Но в кого нас превратит еда, которая не относится к мобам? Давайте проверим. Ну а мы начинаем. Ну что, Скретчи, мы сегодня будем с тобой делать, рассказывай. Сегодня, Флазочка, мы опять будем с тобой превращаться в мобов, которых съедим. И насколько ты помнишь, в прошлой серии мы поели основные вещи, там курятинку. Мы ели курицу, я что-то не помню. Я вкусная. Иди сюда, я из тебя сейчас крылышки сделаю. Давай, догони меня. Ложь-пет, не догонишь. Короче, Фласк, смотри, мы в прошлой серии с тобой поели всех, кого только можно. И мы попросили подписчиков написать, что мы еще не ели. Не трогай меня, не трогай. Ладно, не буду, иди сюда. Ладно, хорошо, я здесь, привет. Я хочу снова жрать. Ты издеваешься? Да не плюйся, Фласка. Короче, подписчики нам написали, что мы с тобой еще не ели. И ты заметила, что мы находимся рядом с джунглями? Так, мы находимся рядом с джунглями, мы не ели. Я помню, арбуз. Да, арбуз, а еще печенье не ели и некоторые еще вещи. Интересно, в кого мы превратимся? Погоди-ка, а что нужно для того, чтобы скрафтить печенье? Какао, бобы и чё? И пшеничка. А у нас есть пшеничка? А у меня есть пшеничка. Все, побежали, я вижу какао, бобы перед собой. У меня тоже есть пшеница, давай, толстопопа. Топай, да не плюй меня в обратную сторону. А ты нефиг меня под попу пинать, ты меня понял? Я тебя подталкиваю всего лишь. Не плюйся, я тебя сейчас плюну. Я не могу так, ладно, я добываю какао-боб. Держи, Боб, это тебе Боб. Какао-боб, и нам нужен верстак, у меня их два. О, так вот где мой верстак, я-то думаю, где мой верстак. Вот, можешь забирать, я тебе скинул. И теперь какао-боб обкладываем пшеничкой и получаем целых 8 печенек. Погоди, мы один какао-боб обкладываем? Да, двумя пшеничками, слева и справа. А, двумя, я полностью обложила. Так, 12 штучек, на тебе еще немножко. Теперь у меня целых 10. 10? А ну-ка, давай еще 2. А теперь сколько? 8. Идеально! Ой, стой! Погоди, давай на счет 3. Да подожди, я еще не проголодался, нужно что-то поделать, и на счет 3 с тобой давай превратимся. Давай я тебя побью. Давай, бей, а я тебя побью. Я тебя побью, да я хочу жрать, меня можешь не бить. Раз, два, три. И мы кушаем печенье и... Уху, мы с тобой жирные пандочки. Жирные пандочки, ёшкин-матрёшкин. Так, ну печеньку мы с тобой выполнили. Теперь нам нужно найти с тобой арбузик. Нашел. Арбузик? Слушай, такое ощущение, будто бы все, что ты говоришь, мы видим перед собой. Мне кажется, это немножко читерство какое-то. Да, кстати, но перед тем, как мы с тобой будем кушать арбузик, я заметил, что на улице темнеет. А ты где, панда? Ой, я тебя вижу, панда, привет. И мы с тобой еще не ели паучий глаз, кстати. А вот, паучий глаз? Погоди, по логике, если мы съедим паучий глаз, то мы станем с тобой пауками. Но по логике, да. И, кстати, мы с тобой, когда пандочки, мы очень сильные. Да? Ну-ка, давай затестим на тебе. Так, погоди-ка. На! А, два сердечка. Ты мне тоже два сносишь. Фига ты монстр жирненький. Да, но, слушай, у меня есть также и кровать, но пока спать мы не будем. Для начала нужно найти павучка. Павучка? Так, хорошо. Сейчас они должны уже появиться. А гнилую плоть мы с тобой ели? Гнилую плоть, да. Ты ела и становилась зомбачком. Ну, можешь еще раз съесть, если хочешь. Не, на самом деле не хочу. Что-то быть этим зомбачком как-то беспонтово. А чё смысл? ХП мало, урон маленький. Ну да, бесполезно. А где пауки? Где вообще мобы злые? Без понятия. Может быть, они не спавнятся в этом лесу? Я не знаю. Но, кстати, я могу делать свет. Да мне не темно, спасибо. Но спасибо за заботу. Вообще-то мне темно. А чё, ты слепой, что ли? Ну да, ты видишь, какие круги под глазами. Не выспался, вот, плохо вижу. Так не выспался и слепой, это совсем разное, Скретчи, ё-моё. Ё-моё, ладно, все, погнали с тобой найдем паучков и... Стоп, у нас же есть уже арбуз, может поедим его сразу? Чё ты ешь? Да, Фласка, свинюха, ты свинина, иди арбуз подбирай. Ладно, хорошо, что ты хочешь, арбуз есть? Давай. Да, давай, раз, два, три, и мы кушаем арбуз. Ё-моё, погоди, а при чем тут черепаха и арбуз? Я не знаю, может быть, потому что черепахи любят кушать арбуз? Чё, черепахи разве любят кушать арбуз? Ну, вообще, по-моему, да. Разве? Слушай, я вижу кучу скелетов, и кажется, черепаха не особо подходит под то, чтобы сражаться с кем-то. Ну да, скелеты застрелили друг друга, всё. Идем искать пауков, потому что все-таки, ай, паучком быть круто. Возможно. Ну ты прикинь, мы сможем ползать по стенам. Отстой, что в этом интересно? Ну разве нужно куда-то вскарабкаться? Вроде бы нет. Ну а если нам понадобится куда-нибудь вскарабкаться? Я вижу зомби, ну-ка, иди сюда, жиробасина. Опачки, убожки, убожки. А зачем тебе зомби-то вообще? В смысле? Я думала, гнилая плоть выпадет и съем ее. Блин, я хочу что-нибудь другое съесть. Я, пожалуй, съем. Дай мне хлебушек, я хочу ламой плюющейся быть пока что. А,
Ты хочешь стать ламой? Иди да. Сюда. Да. Чокнутая черепашка. А, кстати, возможно, пауки еще будут видеть в темноте. Уйди от меня! Не надо, больно. Я вообще не вижу пауков. Может быть, это все карма? Хеллоу, братан, смотри, он меня не дамажит. Ага, и меня тоже. Потому что я свой. А я тоже. О, паук! Паучок! Ну-ка, давай. А, теперь напал. Ты что, его ударил, что ли? Нет, я его не бил. Он, видимо, своего собрата-паука начал защищать. Ну и что, тебе выпал этот? Как его там называют? Я забыла. Павучий глаз? Не выпал. Но я вижу много пауков. Раз, два внизу, и мы отправляемся к ним. Фу. Давай разберемся с этими пауками. Бей его. Не выпал. Да ёшкин-матрёшкин, а что, шанс, что ли, маленький? Возможно, маленький, не знаю. А, сейчас умру, Фласка, помогай. Чё помогай мне? Я ещё виновата, что ты идёшь танчить и взял ещё бесполезную ламу. Я вообще-то козлик. О, ты козёл? Уже нет. А, подождите, тебя сейчас убьют. Мама, хп, мама, хп, надо стать ламой. Опачки, все, так, более-менее. Да не плюйся, 2 хп у меня. Прости меня, на, покушкай. О, спасибо. Да, боль. Ничего, я первый не начинал. Я не вижу ёшкин-матрёшкин пауков. У меня есть тыквенный пирог, сейчас ем. О, снеговик. Фу. Да хватит плеваться. И первый начал. О, паук, пожалуйста. О! Выпал, на, я не хочу жрать. Он один всего, его можно есть даже когда не голодный вроде. Да? Ну давай, я его пока не буду есть, я хочу найти еще один паучий, чтобы мы с тобой стали семьей пауков. Семьей пауков звучит, честно, не хайпово. В смысле? Звучит классно. А что нужно съесть, чтобы превратиться в крипера? А вот это я не знаю, но у нас еще много различных вариантов, что мы можем скушать. Нормально, фильм все живем, я жива, скрыть все нормально. Я вижу, не вижу пауков. Ладно, сейчас, ребят, мы добудем еще один паучий глаз и тогда продолжим. Фласка, еще один паучий глаз, все, держи. О, спасибо. Так, едим. И, вот, я реально стал пауком. А я не хочу есть, зачем выбивали этот глаз? А ты не можешь съесть его? Нет, не могу. Блин. О, могу, захотела. О, привет. Привет, у меня отравление. Но оно ненадолго будет, это же паучий глаз все-таки. Зато смотри, ты видишь вот это вот красивое дерево? И я оп. Как на лифте. Как на лифте, ну-ка давай лифт ломай, помогай мне. Модный, на лифте. Лифт, я застрял, о, халява, лифт. Да, это очень удобная штука. Особенно если бы мы сделали какой-нибудь летсплей с выживанием за мобов. И у нас была бы паучья база. Паучья база, стопыняк, ведь никто не сможет нам забраться. Да, смотри, еще, что нужно нам? Нам нужно сделать с тобой тушеные грибы, а за грибочками мы с тобой отправимся в ад. А как плеваться паутиной? Вообще-то нельзя плеваться паутиной. А-а-а! Больно вообще-то было. Смотрит такой на меня, фу, ты такой мерзкий, если честно, ненавижу пауков. На себя посмотри в зеркало. Блин, я стала Аль Пачино, я забыла, что нельзя кушать. Ладно, я тоже стану за компанию Аль Пачино. И смотри, у тебя есть железка хоть одно? Да, у меня есть целых 5 штук, а что ты хочешь? Сделать железную кирочку, добыть алмазики и построить портал в ад. Ну или с ведрышек. Ага, ты хочешь. Так, погоди, что по итогу мне крафтить? Кирку либо ведра? Давай ведра. Господи, какой ты непостоянный. Хорошо, сейчас я сделаю ведро. Опачки, ведро есть, на, держи. О, спасибо. Плевака. Я вот так в жизни подойду к тебе и тьфу. Я тебе в жизни вот так вот прям в лицо. Я скажу, скажи, а потом как. Да все, не надо, я сейчас скоро подохну. И смотри, перед тем, как мы отправимся в ад и будем создавать с тобой тушеные грибы, я предлагаю отправиться в деревню и добыть ядовитый картофель. О, ядовитый картофель. Погоди, а у меня есть обычный картофель. А что был за обычный картофель? Не коза. О, козел. Это и коза, и козел. Бородый, не трогай меня, сумасшедший козел. Слышь ты, козел, это ты сумасшедший. Танцует. Да больно. Забодаю. Струнный, прям страшно. Ты себя-то видел? О, а давай просто съедим рыбку и поплывем. Куда поплывем? Вот, мы уже выплыли. А в смысле, ты нашел деревню? Не, ну она где тут. Ты думаешь? Чувствую. Побежали. Погнали. Деревня Фласочка. Ого, а тут что у нас? Картоха, морковка. Стой. Вот ты будешь так ломать. Нам нужно картошку посадить и вырастить ее полностью при помощи костной муки, чтобы попался ядовитый. Серьезно? Так это погоди, это мне что, картоху надо сажать? Ну, вообще в идеале, да. Смотри, мы еще и превращаемся в тех, что сажаем. В смысле? Я посадил морковку и стал кроликом. Что? Попробуй. Ну, ты уже кролик. Посади картошку.
Это что за магия? Магия вне Хогвартса. Так, погоди, нам, значит, нужна костная мука. Так, ращу картоху. Все, больше нету. Тих-тих-тих. О, сейчас по-любому выпадет ядовитая. Не выпало. Блин. Так, обратно суем. И это суем. О, а я и не знал, что это так ты работает. Ты что, костную муку мою спер, что ли? Да. Крутила, не доделано. О, по одной дается, скрещ пипец нам эту тухшую, протухшую долго добывать придется. Смотри, у меня есть очень много семечек пшеницы, держи. Очень много семечек пшенички? Да, их можно Давай. Засунуть сюда, сейчас Суй. Засовываем. Да ты не то вырастила, вот недорощенная была. Ой, да какая разница, нам все равно не выпадет с этой. Подожди, у меня много всего еще есть, сейчас все будет. Погоди, по логике, если мы с тобой едим картоху, из картохи нам выпадает шо? Козел. Так если мы съедим гнилую, это что, гнилой козел что ли будет? А я вот не знаю, надо это проверить. Господи, боже мой. Короче, ребят, сейчас я сбегаю за косточками и вернемся к вам. Ага, я пойду грабану жителей. Давай. Фласочка, у меня 6 костей. Ты где? Иди сюда. Алло, я здесь, я нашла яблоки. Ой, почему я стала конем, не понял. Ну, потому что ты конь. И чё? Так я внутрь сунула. Почему? Почему я стала конем? Что за приколюхи? Блин, гнилая картошка, ну пожалуйста, хотя бы одну. У меня очень много пшенички я нашла в деревне. Сейчас я еще костную наделаю. Опачки. Скретч, давай, сажай картошку. Много не надо. У нас все равно нету так много костной муки. Ну да, но у меня еще 30 картошки, которые я складирую к тебе. О, точняк, погоди, так, вырастили, собираем. Не выпало, понял, вырастили, собираем. Не выпало. Да капец, эту гнилую картошку фиг достанешь. Может быть просто, а погоди, а где ее вообще можно достать? В каких-то сундуках сокровищ, да? Не знаю, короче, давай просто будем выращивать картошку, собирать. И когда добудем, уже продолжим. Сзади зомби. О, помер, тебе повезло. Короче, ребят, мы начинаем фармить картошку. Ой. Ну что ж, фласочка, у меня наконец-таки в руках это. Это, да, ребята, у нас есть это. Такой козел упоротый. Но перед тем, как это есть. Все хорошо. Нормально. Так, и только я не хочу жрать, я только что поела. Я вот тоже не хочу жрать, и нам нужно как-то с тобой проголодаться. Для этого давай драться. Какой? Ты хочешь драться, козел? Давай драться, я тебя забодаю. Я тебя забодаю. Ой, я уж хочу жрать. Подожди, я тоже хочу... А, все, я теперь тоже хочу жрать. У меня еще один ядовитый выпал, прикинь. Балдеж, все, готово? Да, готов, давай. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Я крипи! Я тоже. Мы ничего не взрываем толком? Мы можем только жителя взорвать, ну или мобов. Мы сейчас жителям, нате! Помнишь, ты спрашивала, как стать крипером? Вот теперь ты знаешь ответ на этот вопрос. Теперь я могу всех подрывать! Мясо! Слушай, погоди, Скретч, а в чем логика? Ядовитый картофель и... как бы... крипер? Ну не знаю, ты видела? В нем такие зеленые штучки, может, это от них? Фу, так это что, выходит, крипером стали обычные жители, которые ели картоху! Меня этот черт убить хочет! Сейчас мы его взорвем, подожди, на! Сейчас, подожди, я его взорву! Один выстрел остался из крипер-пушки. Точно? Да. Я не хочу подходить. Ну смотри, ладно, я... А, не один. О, Скретч, врушка! Скретч, врушка! Ты мне сказала один выстрел. О, два выстрела. Все, да, и у меня еще 5 железа появилось. Вау, 5 железа. Ёшкин ты кот, Скретч, а чего еще мы с тобой не хавали? Нет, крипер, наверное, самое балдежное, что было. Не считая этого, иссушителя, или как его там звали. Ну да, но мы еще не ели с тобой свеклу, свекольный суп, сладкие ягодки и тушеные грибочки. Ну, сладкие ягоды я знаю, где взять. Это нам нужно специальный биом, и там есть специальная деревня. А вот где взять свеклу? Но свеклу, надо посмотреть. Но я предлагаю перед тем, как идти искать что-либо, отправиться с тобой в ад. Для этого нам нужно найти лаву, и это нужно для того, чтобы мы с тобой съели тушеные грибы. О, лава, погоди, а у меня есть ведро, я тебе ведро давала. Да, ведро у меня. Так, давай тогда искать лаву. Короче, ребят, сейчас найдем в лаву и встретимся уже в аду. Да. Бе-бем. Ура, фласочка, мы с тобой в аду. Мы так долго к этому шли, но по итогу Скретчик нашел лаву, и мы здесь. О, блин. Блин, жалко, мы из вот этих вот грибов... Ай, у нас еще нету с тобой дерева. О, крепость. А, Скретч, ты где? Я тебя потеряла. Сзади. Где сзади? О, я тебя вижу. Давай, коров, веди меня. Вот, привел. О, как нам добраться? У меня нету вообще ничего. Да, у меня тоже ничего нету. Сейчас придумаем что-нибудь. Так и так. Во, паркур. У-ху, побежали.
Так, а я не помню, а в новых адах таких есть вообще грибочки, которые нам нужны? О! Погоди, кажется, в новом аду что-то там нашел. Алмазную конскую броню. Вау, ну ты, в принципе, почти конь, можешь натянуть. Я вообще-то корова. Да какая разница, господи, корова, конь, одно и то же. Ты где вообще потерялась? Да это ты куда-то убежал, я толком... О, сундучок. Ага, я... походу я понял. Привет. Привет. Так, ладно, отправляемся с тобой на поиски грибов. О, 3 алмаза. Заберем их на всякий случай и золотой нагрудничек тоже. Так, ребят, 2 коричневых грибочка мы нашли, и здесь еще и мухоморы есть. Ага, кто, сколько нашел, а я нашла 7 вообще-то коричневых грибов. Смотри. Ого, неплохо. А, ты че мои грибы воруешь? Не трогай, это мои грибы, я их нашла. Ладно, давай, забирай все и пойдем с тобой в обычный мир, сварим супчик. Да, я думала, прям здесь сварим. Давай прям здесь сварим, че нам в обычном мире? Мы там были уже 100 раз. Но у меня просто дерева нету, если у тебя есть, то давай. Есть, на, 2 миски тебе. О, нифига себе ты, это, подготовленная. А напомни, куда что ставить, по сторонам, что? О, все, тушеные грибы есть, крыч, я готов. А ну-ка, а не, из искаженных грибов, к сожалению, нельзя делать. Я тоже готов. Давай, на счет 3. Давай, 1, 2, 3, кушаем, и кем мы станем? Вау, грибная корова, а можешь тебя подавить? Не надо меня доить, а тебя можно? Если тебя нельзя, какого фига меня можно? Ну ты, конечно, гений. Ну мало ли, не знаю. Ой, господи, Скрэч, ты иногда такой глупый. Я тебя дам. Да ты чё, ты на кого тут напал? Чёрт ты недоделанный. Ой, господи, все, я хочу съесть теперь эти ягодки. Ягодки? Так давай пойдем поищем их, они в обычном мире, возвращаемся. Погнали. Флоска, прямо по курсу ягоды. Ягоды, так, давай, бежим. Ягода, малина. Кто первый, тот и съел. Скрэч, я первый. У меня семь, давай у кого больше по итогу будет, тот и выиграл. Да в смысле, так нечестно. Чего нечестно? Ну ладно, у меня 12. Ты уже съел, ты жопошник. О, я стал лисой, нет, я посадил их. Серьезно, их даже есть не обязательно. Ну, слушай, как мы поняли с кроликом и так далее, если мы что-то, вот смотри, я ем арбузик, я становлюсь черепашкой. Блин, я не голодный. Но можно посадить, а можно съесть. Странно, почему оно как-то багнало работает? Я думаю, только когда мы едим, а тут как-то непонятно. Ну да, как-то странно это на самом деле. И вот единственное, что нам осталось, кстати, лисичка, мой любимый моб. Я знаю, и, наверное, ребята тоже это знают. Да, и самое единственное, что нам осталось, это свекла и свекольный суп. А свеклу только... Погоди, тут где-то была неподалеку деревня. Возможно, там мы найдем с тобой свеколочку. О, погнали. Хе-хе, кролик, я тебя сожру, я лиса. Это я тебя сожру. Если я кролик, я не знаю, что я сдачи не дам, понял? Сюда иди, я тебе покажу, кто тут... Бедный кролик. Так, ладно, Фласка, нам нужно с тобой найти свеклу наконец-таки. Так, Фласочка, ты видишь свеколочку? Я нигде не вижу свеклы, кроме голема. Я вижу голема и еще вижу грядку. Может, там грядки что есть? О, я нашел свекольный суп. Я нашла белого котика. Нифига себе. Вот, смотри, в рот мой. О, ты уже сделал свекольный суп? Нет, я его нашел в сундуке. А, я думал, ты свеклу нашел. Так, погоди, а он один? Да, к сожалению, один. Но мы сейчас найдем еще. Ну, может быть, и найдем еще. Я тут исследовала всю грядку, на грядке нету свеклы. Да, грустно. Да. А ты где? Я в каком-то доме, Скрэчик, я нашла свеклу и, похоже, еще и свекольный суп. О, забирай быстрее, иди сюда, сколько свеклы? Сколько свеклы? 2 штуки и свекольный суп. О, офигенно, все, и топай быстрее сюда, я тебя не вижу нигде. А где ты? Я тебя не вижу. Я возле грядки, где фонарик стоит. Возле грядки, где фонарик. Ой, я вижу тебя, чертила, только не бей меня, у меня мало хп. Начнем со свекольного супчика, да? Да, только я только что поела. Ой, Фласка, зачем? Я не знаю, но у меня, в принципе, хп мало, я сейчас еще раз захочу кушать. Я могу тебя побить. Все, я хочу. Так, свекольный суп, погнали. 1, 2, 3, кушкаем и становимся, Жители! Серьезно? Мы теперь за своих зайдем и походу мы можем остаться в этой деревне навсегда. Да, это просто капец. Но мы еще с тобой не ели обычную свеклу и не знаем, что там будет. А погоди, а разве обычная свекла это не свекольный суп? Нет. Ладно, тогда иди. Дай мне. А, ну да, что ты не сказал. О. Я думала, у тебя есть. Кушкаем. 1, 2, 3, поехали. И кем мы станем? И... Да ты что делаешь? Тьфу. Я тебе покажу, я тебе покажу, если я помрешь, и ты понял, это кирка отфигачивает. Не надо. Ты понимаешь, мы с тобой поели вообще все, что можно, по-моему. Мне кажется, да. Хотя, возможно, что-то не съели. Ребята, напишите в комментариях, если мы забыли что-то скушкать. Ну, а на этом, я думаю, можно закончить этот безумно крутой выпуск. Если он вам понравился, то обязательно влепите лайк, ну и, конечно же, подписывайтесь на наши каналы. Ну, а с вами были Фласочка и Скрэч. Всем удачи и пока-пока. Пока-пока. Фу. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи.
Шизик.